Ребята, сегодня вы пришли в необычное место. Мы сегодня пришли поддержать Николь в соревнованиях по бальным танцам. Для нее это сюрприз, она даже не знает, что мы здесь. Я надеюсь, что с нашей поддержкой она всех-всех-всех победит. Все, давайте ее найдем, погнали. Злата, смотри, я на первом месте. Богдан, да слезай, ты уже оттуда, пошли Николь искать. О, здесь буфет. Богдан, Николь, пожалуйста, потом поедим. Она там, мы сейчас сделаем ей сюрприз. Она... Что вы здесь делаете? Мы пришли тебя поддержать, чтобы ты всех-всех победила! Тихо-тихо вы! Здесь нельзя кричать! Расскажи про свою прическу вообще! Что вы там тебе делают? Сегодня мне делают ребра гофре. В прошлый раз у меня была завитушка, змейка. Ребят, вы помните, какая у меня была прическа в прошлый раз? Вы смотрели мои прошлые соревнования? Самый большой плюс в этой прическе, что мне не будут наносить так много геля, как в прошлый раз, и это будет намного легче отмыть. Потому что обычно моей головой можно кирпичи разбивать. Ребятки, спасибо большое, что пришли меня поддержать. Мне так приятно! Короче, ты пока тут делай прическу, а мы пойдем посмотрим, что тут есть. Все. Ребята, посмотри, какой здесь огромный танцпол. Так, Богдан, пожалуйста, сюда не позорь меня. Здесь могут танцевать только профессиональные танцоры. Таким, как мы, сюда нельзя. У них даже специальная обувь есть. А, извините, я думал, мои подходят. О, смотри, мама Николь. Тань, скажи, ты сильно волнуешься за Николь? У нее сегодня невероятно важное соревнование. Ребят, ну конечно, я переживаю. Каждый раз переживаю очень сильно, как в первый раз. Сегодня она соревнуется в двух категориях. Школа и N-класс. N-класс это вообще очень мега важно. Чего? Вот, это категории в танце, которые определяются по уровню сложности и возрасту. Кстати, Николь выступает под 87-м номером. Ребята, нам, кстати, срочно нужно заламинировать этот номер. A few moments later. Ребят, ламинация это очень важно, чтобы номерок не мялся, был красивый на спинке у Николь. Сейчас мы это сделаем, а вы все посмотрите. Мы это сделали! Привет! О, тебе уже закончили прическу? А ну-ка дай посмотри, прикольная такая, крутить. О! Ребят, а вы заметили, что у Николь здесь белые волосы? Кто заметил? В комментариях пишем. Николь, что ты здесь стоишь? У нас скоро уже выступление. Пошли быстрее переодеваться. Скорее. Удачи. Смотрите, она переоделась в платье. А ну-ка покажи свое платье, прикольное такое. Блин, ты такая красивая. Просто общаемся с тобой, ты постоянно в худи ходишь. А сейчас платье красивое такое. А что это за туфли? Это специальные какие-то туфли? Да, это специальные туфли для бальных танцев. У них особенное покрытие подошвы. Именно в таких туфлях я могу выходить на паркет, чтобы они не скользили. Смотрите, как они начесаны. Только сегодня я забыла щеточку. И поэтому они не сильно начесанные, но начесанные. Так это что, ты подскользнешь и упадешь прямо перед всех? Боди, не каркай! Зато будет прикольный видос на ютубе, как я в первый раз вышла в два раза вниз свою категорию, а сейчас я просто подскользнусь. Все, ребятки, я побежала, мне надо краситься. Знакомьтесь, это один из моих тренеров, Егор, и сегодня он поддержит меня на соревнованиях. Коля очень талантливая девочка, очень пластичная, очень эмоциональная. Безусловно, всегда есть моменты, которые нужно улучшать и прогрессировать в которых. Но я очень сильно верю в то, что сегодня она покажет очень хороший результат. Безусловно, мы работали очень много в зале с ней над этим, да? Сегодня ждем первое место. Обязательно! Спасибо, Егор, большое! Пожалуйста! Мы видим розу.
розовые тени, мы видим стрелки и мы видим помаду. Тебе нравится? Да. Я вообще настолько в шоке, что вы себе не представляете. Я первый раз вижу такую красоту с Николь. Да ладно, шучу я. Давай, ты сиди, всех победишь. А теперь мне надо идти на прогон. Пока. Куда она вечно убегает? Итак, Богдан, мы ничего не узнали про макияж у Николь, потому что она побежала на разминку. Поэтому погнали узнаем у ее мамы. Вон она. Срочный вопрос. Расскажи насчет макияжа у Николь. Почему он именно такой? Почему так мало теней и всего остального яркого? Может быть, блестки почему не добавили, а? Ребят, сейчас я вам все расскажу. До 12 лет на самом деле нельзя делать мега яркий макияж. Макияж должен быть в пастельных тонах, умеренный. И никаких ярких блесток и красной кожи. Поэтому, когда Николь станет профессионалкой, тогда она сможет уже краситься очень ярко, и вы будете свидетелем всего этого. Спасибо большое, мы погнали дальше смотреть. Few moments later. А где Богдан? Ребята, пожалуйста, напишите комментарий, Николь лучше. Согласна, мы очень за нее болеем и очень переживаем. О, погнали болеть дальше. Танцует. Это было очень круто, ребят, посмотрите это видео еще раз, потому что, ну это было прям максимально, мы так переживали, мы стояли вообще, мы орали как резаные, никто не орал, мы орали. Все, подали смотреть финал! Нашу победу. А теперь другая категория. Никуха выступает три танца. Вальс, ча-ча-ча и джайв. Пойдем. Быстрее, быстрее, быстрее.
Нагороджується учасниця під номером 436 Піка Соломія. Ви, Еріган. Учасниця під номером 104 Дитлинко Дарина. Бровари Кровар. Нагороджуємо учасницю під номером 87 Маркула Ніколь. Ви. Что ты чувствуешь? Расскажи, какие эмоции? Рассказывай быстрее! Первое место. Я рада. Только мне еще не наградили за N-класс, а должны. Поэтому я буду ждать N-класс. То есть это только одна категория, а ты можешь победить еще в одной, что ли? Я очень жду этого момента, потому что N-класс для меня самый важный. Я очень старалась пройти финал. И как раз сейчас его награждают. A few moments later. Ну что, какое место заняла? Рассказывай. Я поднялась на одно место, Вера, восьмое. Восьмое? Да ты молодец огромная. Не расстраивайся, ты потом обязательно займешь первое. И мы будем при этом присутствовать, да-да. Ну, одна категория, я первое место заняла, так что, в принципе, я довольна. Слушай, Николь, а где твоя статуэтка за первое место? Я видела, ты ее несла в руке. Что? А я разве ее вам не отдавала? Нет. Она исчезла. Тебя кто-то украл? Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то враги в танцах, которые мешают тебе побеждать? А ну-ка, погодите, я знаю одних людей, которые могли ее украсть. Кто это? Кто-то расскажи! Погнали в зал, посмотрим, вдруг они еще там. Это они? Нет, я не. Ладно, дальше. Может, вон они? А, вот он! Ой, ой! Уходь! Кто-то украл мою награду. Украл? А с чего ты решила, что ее кто-то украл? Дело в том, что у Николь есть танцевальные враги, и это они украли у нее награду. Танцевальные враги? Бодя, ты о чем вообще? Правда, правда, они угрожают и танцевальной карьере, как бы. Ну вот скажи, мама, кто еще бы мог украсть мою награду? Какую награду? Вот эту награду? Это ты украла мою награду? Так получается, танцевальный враг это ты? Может быть, ты завидуешь ее успехом и хочешь забрать все награды себе? Что вы за ерунду говорите? Вы ее просто взяли и оставили без присмотра. А я ее взяла, чтобы она не потерялась. Блин, как жаль, я так хотел найти танцевальных врагов. Ура, я так рада, что награда нашлась. 3, 2, 1, 0. Ты на канале Мисс Николь. Спасибо, что посмотрел это видео до конца. И не забудь поставить лайк. А мы побежали, пока!